Когда в руки вместо гаечного ключа берут вот такое технически сложное устройство, даже моторист на судне невольно становится творцом. Анатолий Иванович фотодело полюбил еще в молодости, на корабле. О своей любви к фотографии вспоминает с улыбкой. Там в одного парня был фотоаппарат, во второго. Ну и так, решил и себе взять. Пришли в Мурманск, купил. Купил и вот так все фотографировал. А на пароходе была лаборатория такая, фотос. И все, и так там уже все пошло. И вот это, у меня дома еще их две коробки таких вот это. Анатолию Ивановичу 85. Рядом жена, дети, внуки. За плечами интереснейшие годы жизни. О них рассказывают черно-белые снимки. Бережно перелистывая толстый альбом, бывший моторист немного с грустью вспоминает. А самое первое вот это, где на льду играем в футбол. Баренцево море, на севере там есть остров Шпицберген. Стоим во льду, это во льду прямо, а вон берег там рядом, а это во льду стоим. Ну, что делать? Пошли играть в футбол на лед. И вот пошли машинная команда и палубная команда. Я попадал не очень много, потому что сам фотографирую. За 40 лет службы в военно-морском флоте старший моторист Дорошевич запечатлел сотни кораблей, пароходов и ледоколов. Объездил всю Арктику и даже успел немного полюбить холодную красоту севера. Медведей больших много у меня. На севере, в Арктике, это как хозяин Арктики, белый медведь. Привыкли уже не бояться пароходов. Подходят он к борту и прямо вот стучит у борта. Кормили? Ну да, бросают им это сгущенное молоко, ну, в банках этих. А она же запечатана, он уже такой грамотный, что эту банку обледину. К слову, в арсенале есть и уникальные снимки. На одном из таких известный советский хоккеист Валерий Харламов. Вот был хоккеист, недавно была эта картина 17. Да. Это Харламов, Валерий Харламов, он у меня есть. Вот это в кают-компании, там он рассказывал все, а потом, ну, пошли, по пароходу прошло, потом в машину. А в машину как зашел, какой же я тупой, говорит, извините, что так говорю, ну просто что. Там же тоже этих приборов, этих клапанов, сколько крутить надо, каждому автограф там давал. Шагаем в ногу со временем, признается любитель фотограф. Недавно обзавелся новым фотоаппаратом, но как пользоваться старым добрым товарищем, не забыл. Вот, взводишь затвор, все, наводишь на это, вот на объект. Да, можно мне попробовать? Пожалуйста. Но он не работает. Этот сложнее аппарат, но он как, и проще в пользовании. Ну, когда уже знаешь это все, он больше автоматики. Аппарат у меня тираспольский весь снятый здесь. Море, корабли и бескрайние снежные просторы остались в прошлом. Но любовь к фотографии все это пережила. Теперь с новым другом Анатолий Иванович неспешно прогуливается по дорожкам парка в поисках выразительного снимка, который потом с гордостью покажет внук.